Ой, а мне нравится эта карта. Нифига себе здесь магазинов. Итак, я тебе о том же. Мы можем Waterpip Shotgun купить. Hello, my friend! Please don't kill me! One guy tried to kill me, my friend. You can help me? I not understand. Он у тебя справа за хатой, слышь, он целит меня. Он тебя целит. Выйди, убей его, слышишь? Это будет лучшая благодарность. Хорошо, я сейчас выйду. Ай! Типа я вижу. Тип бежит. Тип бежит. Где? Залутанный, иди сюда. У меня композитный лук есть, босс. Найс. Это мой тупой сосед. Иди сюда, я тебя в пати добавлю. Где ты, мэн? Ты бомжик или нет? Да, я только зашел на сервер. Да. Вы здесь хотите построиться или что? А мы даже и не знаем. Просто очень хорошее место. Могу вам вот здесь вот комнатку сделать, если хотите. Слушай, ну мне нравится. Недолго думая, мы решили отправиться в сторону РТ-шек, так как у нас ничего не было изучено, и отстроиться там. На сфере чел. Можем его дождаться закрыть. Упал! Это бочка упала вниз, или это тип сальтуху крутил? Он упал вниз, он сдох. Нормально. Там, по-моему, впереди кто-то строится. Или что это такое, смотри. Слева тип за стенкой. Нас целит. Каменная стенка, он там сидит. Всем здорово, а вот и я. Не ожидали меня здесь увидеть, не правда ли? Я подготовил для вас целых 40 минут контента. И я рассчитываю на вашу поддержку. 15 тысяч лайков. Да, такую цифру я жду на этом ролике. Таких разносов кланов вы давненько, наверное, не видели. А снимал я этот ролик с боссом. Кстати говоря, он тоже снимает и старается преподносить какой-то интересный контентик. Я думаю, ему будет приятно, если мы все перейдем и подпишемся на него. Ссылочку я оставлю в описании, передавайте ему приветик. Ну и не буду долго затягивать, приятного просмотра. Делай вид, что ты его не видишь. Не-не-не, делай вид, что мы его не видим. И потом заходим и ломаем ему кабину. Он с пушкой, походу. Сидит, контрит тебя, не подходи. Я, походу, умер. Я попал, я дал ему хит. Он с луком. Убил. Чел, беги. Вижу. Где? На 90. Далеко? За кустом. Нет. Тихо. Убил. Или нет? Второй. Вижу их. Слева один, на Е. Один близко. Обходит слева. Большой крюк дает, я в кусте засяду. Вижу, крадется. Сейчас двух пробую убить. Убил! Хорош. Тому хит дал, не-не-не. Он на хиле. Не вижу его. Тихо. Он меня убил. У него фонарик. Он меня сейчас убьет. Ты где сдох? Ты прям рядом с своим трупом был. Я бегу к тебе. У тебя были хилки? Я. Дай чекну, дойди отсюда. Нету Томпсона, походу. Патроны были, Томпсона нет. Да, он забрал. Может, он этого не долутал, своего? Но я этого красиво убил. Смотри, еще одежда. Питон. Ну, сирисли. Питон. А у меня патронов миллиард, чувак. Я ж патроны украл у тебя. Понимаю. Справа тип фармит. Он что-то достал. Дал хит ему. Он умер. Ой, хорош. Ой, хорош. Чтобы отстроиться, нам нужно было неплохо так подфармить камни. Но и без фармил тоже не обошлось. Челик дерево фармит. Опять бесшумное убийство. У меня стрел нет. Окей, шумное убийство.
О май гад, good for my friend! Very beautiful! Тут у нас, смотри, какое шикарное место. Во-первых, water plant, gas station, sever branch. Идеально? Не серьезно, домой. Слушай, хороший дом, мне нравится. На переработке. Все, я готов. Его с двухи убили, зажигалки. Наверх поднимается на gas station. Он. Угу. Убил. У него две зеленые карточки были, фьюзы, чувак. Пойдем на ротаун? Можем. Так как мы выбили зеленые карточки, мы могли полутать РТшки, которые стояли возле нас. Этим мы и занялись. Кто-то есть на паркуре. Или внизу. Там, походу, внизу челик, да. Что, запушим его? По этим тоннелям искать формилу пришлось очень-очень долго. Но мы его все-таки нашли. И это было не зря. Он... Чувак, у него ми... Чё там? 500 скрапа! О-о-о. Я быстро все скину и пойдем дальше путешествовать. Надо ткани с собой немного взять, хотя бы 20. Ну, неплохо, я бы сказал, да? Тут нет шкафа. Изи дом, типа? Изи дом со вторым верстаком. Можно переезжать тогда, прямо сейчас? Давай. Ой, слушай, неплохой домик. Все как надо, второй верстак есть. Давай переедем. И пока мы бегали, кто-то зарейдил нашего соседа. И не застроил. Мы решили забрать его домик себе, так как там был второй верстак. Изучил питон. Крафчу два питона. Три питона крафчу, один на камбэк. И патрон один изучу. Слева тип, фулгир. Вижу. Ну, может не фулгир, но... Фул. С калашом. Дал хит. Убил. Нет, не убил, я на три хита дал. Попади в него. Бошку дал. Хорош. Убил. Калаш мой. Ах ты, папа. Блин, ну ладно, давай поделим. Пополам, бегай. Тут тип. Дал хит. Два хита. Два хита дал, чувак, добивай. Не попал. Ты жив? Сейчас прибегу. Он убил меня, чел. Они нас увидели, походу. Да? Нет, не увидели. Не знаю. Вчетвером, впятером. Мы такой шанс просрали. И шестером. Столько. Это муравьи какие-то, это забей. Если мы калаш выбиваем, остальные посыпятся. Не факт, что все, но хотя бы шансы будут. Ой, ё-моё, забей. Видишь справа дом? Тут такой же в два раза больше металл стоит. Чё за жесть? Вижу их. Посмотри. А где мусорать? Ящик. На поднапор. СВРК с четырехкратником, челик. Мы решили оставить этих ребят пока что ненадолго. И отправились на крейт, ведь мы знали, что там может выпасть что-нибудь вкусненькое. Активирован. Я не знаю, я не подхожу близко. Вероятнее всего, он сидит в здании. По дефолту. И мне кажется еще то, что сюда придет клан этот из шести человек. Почему, не знаю, почему мне так кажется. Да не. Берданки. Идут сюда. 8 патронов только сделал. Это что? Чел, тихо! Я убил его! Это граник был. У меня два выстрела на граник есть. Хорош. Чего? Нафиг. Сюда берданчики идут. Вижу. В антираде. Один. Я его бахну, слышишь? Я по-любому его бахну. Минус. Ты возле меня? Нет. Кто-то возле меня есть. Где-то, где бочки эти круглые стоят. Угу. Убил? С двух и бом. Да. Я не думаю, что кто-то есть. Болтовка идет сюда. 15 секунд. 14. Два калаша, брат.
Как я и говорил, туда прибежал тот клан из 6 человек. И мы решили попытать удачу и прибежать туда снова. Знать бы, где они. О, одежда моя. Около меня слышу. Да, слышу, пересадить. Идут, идут. К тебе идут. Минус один босс. Ултаю. Ултай калаш. Я сдох. У меня 0 патронов, босс. Но их на этой РТшке мы так просто не могли оставить. И решили вернуться туда снова. Тем более меня очень привлек их пулемет. Они с пуликом, босс. У меня 70 патронов. Наря 70 нету. Это больше, чем 20. У меня. Один. Босс, быстрее. Один топ-гир. Давай я его забайчу на выстрелы. Дал хит. Он с пуликом. 3 хита. Боже. Вижу он его. Спрятался. Он наверх. Я убил его. Бегу. Тихо. Минус еще один. Босс, хелп. У меня сзади. Где? На самом верху. Убил еще одного. Еще один босс. Дал хитов много. Прикроешь? Вижу его. У него пули. Еще один. У тебя где-то. Стой. Ты жив? Не сдох. Живи. Живешь? Да. У тебя. Минус. Еще один. Фонарик еще. Открой меня. Минус. Дал хит. Убил. Босс. Да ты машина, чувак. Дай фонарик и патроны. Есть? Нету. Нет. Патроны есть. Лутай трупы. Фастом. Чувак, жадничать нельзя. Текаем отсюда быстрее. Плюс пулик. Уже бегут сюда. Убил. Убегай, пожалуйста. Не лутай его, просто убегай. Да мне лутать даже некуда. Капец, тихо. А сколько типов? Я не знаю, сколько я убил, брат. Не свети фонариком дому только. Капец вообще. Это русский был слоупок? Ищи калаш этого типа наверху. Вот еще топ-гир валяется. Да-да-да, я не залутал. Но... Калаш нашел. Вот он. Один. Один, это единичка, это тот клан. Да-да-да-да. Скажи мне, пожалуйста, твои ощущения сейчас. Ни о чем, я только одного убил. Так в смысле, как мы поднялись с тобой? Ты представляешь, какой мы можем теперь делать контент? Обидно, блин, что ты всех убил один. Сразу же после мы решили немного пофармить, чтобы обустроить наш домик, так как нам нужно было добавить хоть одну буферку. Я нахожу, где рейдят, и сажусь и жду тебя. Давай. Лестницу тащи. Тащи. Только двоих вижу пока. Два фулсета, босс. Я тебя жду, окей. Нет. Держи. Патронов много? Да. Трое внизу. Обычные ракеты. В картах сидит. Еще один под тобой. Одного убил. Наверху. Они в онлайне рейдят, слышишь? Угу. Бошку дал. АВМ. Горы. Я сейчас сдохну, походу. У них кибитка там. У них кибитка наверху, понял. Тут калашист, блин. За остановкой прям. Ты сдох? Да. Минус. Там еще справа. У тебя вдоль забора где-то, тип. Нет. Ракеты! Много? Шесть.
7 штук. Давай бахнем у них кибитку. Давай. У меня нет фонарика, кстати. У меня тоже. Ты трупы не лутал? Лутал. Тип внизу. Рядом бежит. Тут еще дверь, слышишь? У него нет фонарика. Угу. Чувак. АВМ нашел. Фонарика нет. Какая тут? Долг. И долг. Убил. Две ракетки мы решили засейвить, но кибитку эту мы так просто решили не оставлять. Потом вернулись, дорейдили, но там стоял всего лишь шкаф и ничего больше там не было. Да. Убил одного. Почему у них ни у кого нет ни факела, ничего? Клан, который мы слили на Waterpoint'е, сбил вертолет. И мы решили сбегать туда, почему бы его не забрать, да? Ну, у тебя там скалы. Я думаю, ну, сможешь. Да. Просто ты сверху ничего не увидишь, а я должен... Да-да-да. По мне сверху. Я жив. Дал хит. Да, нормально, я все ящики контрю отсюда. Видишь их? Скажешь, как потухнут? Заметил. Меня убили. Три башки! Беги себя лутать. Ты на меня? Нет. У меня пулеметчик. Минус. Меня пушат. У меня скиллы. Он на месте стоит. Я вижу. Шевелится. Есть фарик его убить? Я его убью. Два хита, убил его. Два хита. Все, лежит. Ставься стенкой, я не могу поставить стенку. Я не могу похилиться. Подожди, у меня 40 хп. Патроны разные. Сейчас только выйдет опять на крышу. Две сишки, три ракеты. Я не вижу еще один ящик. Вижу, выходит на улице вышел. Вижу. Я умер, мне три башки прилетело, чел. Он мне тоже три башки дал, самый первый раз. Залутай меня, выкинь сишки куда-то. Убил его, походу. Да, я его убил. Живи, живи, живи. Пулемётчик. Нормально. Постреляй просто по нему, чтоб я пробежал. Все, 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 сейвся. Где ты его убил? Нашел. Прям где-то у тебя. У меня сишки, у меня ракеты. Давай, обойчу. Стой, я лутаю и сваливаю отсюда. Все залутал? Да. Я стенку почти поставил. Все. Да. Я залутал только, ну, одного типа, который, походу, меня залутал. И убежал. У меня сишки, ракеты. 20 хп. Где он? Вижу. Дал голову ему. Он ушел, смотри. Да, он отошел. Я его убил! Ваншот! Ты можешь трупы хорош почекать? Внизу. Чекаю. Так, я ухожу. Ну, он, скорее всего, пулю как нес домой сразу. У меня одно хп. Я упал. Тебя убили. Я сишки сейвлю? Три калаша было, чувак. Я выкидываю сишки куда-то. Ракеты. И давай, иду убиваться его. Он у меня где-то выше. Нет. Рядом где-то. Ходит прям. В казмате. Ты где валяешься? Надо было на карте чекнуть. Я не помню уже. А16 слева наверху. Уходи домой. Все, забей. Ноль патронов. Он своего убил. Я минусанул его. Голову дал. Минус. Еще один. Это пулеметчик спустился ко мне. Я иду к тебе. У меня 4 калаша. У меня 3 было. Мы снова ограбили этот огромный клан. И они куда-то пропали. От слова совсем. Больше мы их на сервере не видели. Мы изучили взрывчатку, ракету, экспу и так далее. И пошли уже сами взрывать домики. Тут, блин. Мне кажется, тут еще одна дверь, но нам хватит. У нас 4 ракеты дома. А нет, 3 ракеты. 2 пустим как раз. И разрывные есть, добьем. 5 хп. Сколько? Она гниет. 60. А МВК не гниет и металл нет. Слышишь, я с разрывными. Давай, нашел. Давай. Нет? Не хватило? Наверху хп. Там ящик.
Стенка. Что тут было? Неплохо тут было. Ну, на самом деле, такое, если честно. Давай сишками. А, ты взял уже? Фига себе. Обычно, найс. Вертолет прям мы, кстати, сбили. Калаш. Ой, компонент. У тебя двушка есть? Без патрона. На. У-у-у-у! Да ты сколько чё? Скрапа? 400. Там 1500 скрапа, лол. Капец. Давай застроюсь. Где мы хотели изначально отстроиться, начали рейдить домик. Не маленький. И мы решили туда сбегать. Да, ресурсы нам были нужны. У меня фонарика нет. Вот, жди меня, у меня есть два фонарика. Столбал бесфонарично. Постоянно фонарика нет. Ты с собой фонарики когда отберешь? Так их нету дома. С калаша снимаешь и все с любого. Ой, я нашел дерево и план постройки. Опа. Не, его убил. Добить надо. Голову дала. Одного убили. Добил. Нет, строю. Можно прыгнуть. Стой. Бил. Прыгай. 5 хп. Я сдох. Все мертвы. Базука. Очень много хилок. Че ползут-то? Калаши. О, босс валяется. Типикал босс, в принципе. Как? Килл прописать возле этой дырки, а я буду скидывать вот так. Офигеть у него. Ресса. Я могу тут до талого сидеть, слышишь? Они уже шкаф с собой взяли, прикинь. О, еще калаш. Слышь? Угу. Открывает гаражку. Не дальше полетит. Убил, я вотовой! Босс! Я дипнул его! Тут ящик. Тут сишки, тут ящик компонентов. Я сломал шкаф. Высадились. Поем они. Я крафчу двери. У меня много металла. И дерево есть. Дай план постройки, пожалуйста. Три хита дал. Одного убил. К пристройке идет один. Минус один. Минус два. Хозяин ворота открыл справа, он с двух и вроде бы с чем-то. Зашел на территорию аккуратно. Ху! 1200 скрапа, чел. Угу. Давай я прям тут стол для исследований скрафчу. И что-нибудь изучим. Пой-пой. Зайдя на следующий день, я увидел ужасное. Наш домик зарейдили. А почему у меня спалки в доме нет? Шкафы вроде все стоят. Не понял, это что такое построилось? Ну, это вполне мог быть тот, кто меня зарейдил. А это бункер у него или нет? Нет. Мой дом стоит на месте. А, я в шкафу не авторизован. А где вход? Они просто по дверям его прорейдили, я так полагаю, да? Я, наверное, сейчас огорчу их, но у меня как бы весь лут вот здесь, да? Угу. И вон еще один шкафчик стоит, и еще вон шкафчик стоит. Ой, как грустно, реально. О, у меня еще тут миллион скрапа и ракеты есть. Ну да, деревянный дом сделаю и все. Потом обустрою в камень. Нормально парень построился и зарейдил мой домик. Хм. А шкаф, в принципе, и не трогал. Топорики! То, что надо.
Далеко собрался. Серьезно? Это ваш дом? Пойду с ними попробую договориться. Hello, guys. Oh, you have so beautiful base, my friend. Really? Ты только что забрал мой Томпсон. Томпсон на базу надо вернуть. Да, блядь, найди уже, ты заебал. No. Тебе нравятся эти звуки? У тебя проблемы, блядь. Твою матуху уебали. Я не понимаю, объясни, пожалуйста. Что с тобой не то? Какие ты гадости говоришь, дружище. Мы тебя рейдить уже пришли. Пацаны, забирайте коптер. Угоняйте его. Томпсон мой на место положили, иначе я просто вас сейчас камнем зарежу. Капец ты сильный. Нифига себе, он реально сильный. Но они просто бегают и бегают. А у меня для них есть небольшой сюрприз. Только его нужно вначале открыть, достать. Ну вообще, я как бы могу вот сюда верстак поставить. Хилки скрафтить. Немножечко так. И пойти ракеты в них бахать. Почему нет? Ребят, у меня к вам очень серьезный вопрос. Вы дома? Ну ладно, сейчас узнаем, дома вы или нет. Ой, привет, ребят. О, привет, как дела? Немного темновато, согласен. Так, самую малость. О, хорош, пацаны. Ну, тут неплохо, как бы, да? Угу. Ой. Брат, отбиваемся, хватай калаш, я помогу отбиться. Нас рейдят. Нас рейдят. Я не верю твоим. Вы пока полежите, ребят, я это домой сейвану, хорошо? Только не вставайте, желательно. По-моему, я все основное забрал. Правда, там базуки остались, но ничего страшного, сейчас заберем. Ну или нет.
Хм. Я не знаю, куда мне все это скидывать. Пацаны, я всех убил. Ну как бы, ай-яй-яй так делать, дружище. Ну ой-ой-ой, ну серьезно. У меня предложение к вам есть, но ты не хочешь со мной нормально разговаривать, мне придется вас убить. Ну ладно, ты уговорил. OMG, my friend. Ну это дом этих пацанов. Сколько на них ракет надо? Всего 8. Я могу как бы оформить 8 ракет, верно? Ну да, могу. Хотя нет, на них 4 ракеты хватит. У меня просто 0 места в доме. Ну и что мне с этим делать, вопрос? Чё-то немного сложновато. Наверное, весело увидеть такого типа, который фармит в топ-сете камни. Ну, я бы, наверное, повеселился знатно с такого. Оу, щит! Скрапа у меня было очень много, и я решил забрать у них коптер, который они угнали у моих соседей, и слетать на аутпост закупить металла. Я хотел зарейдить моего соседа, того, кто зарейдил мой домик. И для этого мне нужно было наплавить очень много дерева, так как угля у меня не было. I don't want to kill you, my friend. We just started, man, please. Where are you from? We just, because you try to kill us. No problem. I am, thank you very much, bro. I'm sorry for trying to kill you. No problem. I don't want to kill you, really. I just want to farm wood. But I see three guys. Sorry. Okay, man, listen. We can farm the wood for you if you like this. Okay, I need maybe 6k woods. I can give you some guns, maybe AP5 if you need. С этими бомжиками у меня получилось договориться. Я решил подогнать им пушки в обмен на то, что они мне пофармят немного деревца. Так было безопаснее мне, и они могли получить пушечки. Take it. Thank you very much. Really. И как только я накрафтил достаточное количество ракет, я отправился сразу на рейд. О май гад! Ну, чё-то такое на самом деле, по-моему. Я думал, это бункер, а это фигня какая-то. Ну, это прям не окуп от слова совсем.
Зато я зарейдил тех, кто зарейдил меня, в принципе, почему бы и нет. Неплохо, мне кажется. О, так у них еще одна ракета была. Найс. Еще 3 скрафтить, и можно бахнуть других челиков. И, в принципе, все. А ведь можно было реально по дверям пойти, ну ладно. Эй, hey, naked, come here. Don't worry. Hello. You can take this stuff. I don't need this. I just raided my neighbors. But I need only charcoal. Thanks, man. But I need... I can give you my charcoal if you want. Окей. Этот бомжик, оказывается, жил возле меня. Я спросил у него уголь, и он решил мне помочь. Скинуть мне весь уголь, который у него был. И я предложил ему пойти со мной на рейд. Клан, с которыми я стрелялся, их было 4 человека, NNA. И они тоже доставали этого паренька. I want to raid my neighbors. 4 guys, if you need, I can give you something. Я докрафтил ракеты, и мы сразу же пошли на рейд. Very beautiful base, I told you. 4 rockets, you know. Yeah, boy. Take it and go home. Играть на этом сервере я очень-очень устал. И решил отдать ему свой домик, так как ему, может быть, это пригодится. This is very beautiful base. Yeah, no. Don't worry. Let's go. Окей, you can check. Оп! See magic. You see boxes? Oh my god, where are boxes? Oh shit happens, dude. Very beautiful bunker, you know? Yes! Оп! How have they not... You can check. That's ridiculous. Follow me. One more base. Looking at these yesterday, thinking this must be all one person. I didn't know that this was the case. That's so good. You can check. You can check. So much scrap, dude. Have a nice day. And vibe. I go to beef from the server. No problem. You can kill me. Thanks. Goodbye. Good luck. Вот это я понимаю, достойное завершение как бы вайпа, да? Угу.